Помимо сочинских боксеров, в первенстве города приняли участие спортсмены из Абхазии. 150 участников – сочинцы. На ринге боролись юниоры, юноши и взрослые боксеры. Участников собрали со всех спортивных залов Большого Сочи. Многие детки только вот первые шаги делают в большом спорте. Именно на нашей арене, на первенстве города Сочи, они делают свои первые шаги. И мы сегодня просматриваем нашу работу, работу наших тренеров, работу общую в развитии бокса в городе Сочи. И данное мероприятие, конечно, сделает большие выводы по формированию сборной команды города Сочи на дальнейшем выступлении на всероссийских соревнованиях, где, думаю, будем достойно защищать флаг нашего города, нашего края. Победитель городского первенства – самое высокое звание для местных ребят. Быть лучшим боксером города более чем почетно, отмечают спортсмены. Ко всему прочему, это стимул для дальнейшего развития, добавляют тренеры. Владимир Головкин – член клуба «Центурион», спортсмен, на которого равняется молодежь. На его счету и победа на первенстве края. На домашнем ринге боксер еще раз подтвердил звание сильнейшего. Бой был тяжелый. Этот противник на 10 килограмм больше меня весит. Ну, как бы все равно собрался с силами, ну, работал до конца, не сдавался. Победители и призеры были определены в 5 возрастных категориях, всего порядка 50 человек. За лучшую технику наградили Ашота Узляна, за волю к победе – Сергея Ксузяна, а лучшим боксером первенства признан Вартан Арутюнян. Также по итогам соревнований была сформирована сборная команда города Сочи.